Привет, друзья! Отличная погода, плюс 25, ни жарко, ни холодно, переменная облачность. Ну, в общем, самая, блин, классная погода для путешествий. Сегодня направляюсь в Добрянку. До Добрянки. От Перми у меня 40 с небольшим километров. Сейчас нахожусь на выходе из города Пермь. Пожалуйста, вот. И, в принципе, все, сейчас стартую и бегу. Все, запустил. Время. Ну и, в общем-то, побежал. Ух, продолжаю движение. Пробежал уже 14 километров. Как начал, так пошел. Да вообще охренительно. Обожаю бегать по трассе. Как-то вот чувствуешь свободу, ребят, когда выходишь из города, выходишь из вот этой вот системы дом-работа. Как-то, блин, становится реально лучше, легче, ребята, действительно легче. Светит солнце, ездят машины. Кто-то машет руками, кто-то просто бибикает, кто-то показывает вот так, кто-то показывает вот так. Какая разница? Я бегу, мне хорошо, мне реально кайфово, ребята. Вот так вот выходить на прогулку куда-то бежать. Эх, классно. Свернул с трассы, решил пробежать через Палазну. Не зря решил тут, реально тут клево, ребят. Тут красиво, тут просто красиво, ребят. Вышел на водоем, не знаю, озеро это или запруда. Что это вот это место? Что это такое? Вот. Ну, красиво, блин, красиво. Что сказать? Палазна. Я не знаю, это или поселок, или город. Я думаю, Валера нам напишет в комментариях, да? Что это? Что такое Палазна? И что это за место, до которого я добежал? Вот. Ну, что, ребят, 19 километров позади, и мы двигаемся дальше, да? Ю-ху! Вернулся на трассу. Опять бегу. Машин по-прежнему много. Машин по-прежнему до хрена. Все куда-то едут. Пробежал 28 километров. Ребят, увидел Добрянку. Увидел. Хотя мне до нее еще километров 12 как минимум. Но я уже увидел свою цель, друзья. Я не знаю, будет ли видно вот там вот вдалеке. Давайте попробуем приблизить. Вот там вот. Видите, там трубы? Вот, видно, да? Может быть, не очень четко. Но, в общем, вот, ребят. В общем, Добрянка уже близко. Ноги уже болят, блин, немножко. Уже устал, но буду уже бороться до конца. Тем более, что я ненавижу сдаваться, вы знаете, ненавижу. Бывает, конечно, что сдаюсь, но после этого так хреново. Так что буду двигаться вперед, тем более, что деваться некуда. Автобусов ни одной остановки не видно, и следующая остановка только в Добрянке. Поэтому направляюсь дальше, вперед. Сильный дождь, успел заскочить на остановку. Каким-то чудом остановка оказалась рядом со мной. Я пробежал 38 километров. Почти добежал до цели, почти добежал до Добрянки. Это, как мне сказали местные жители, это за Добрянка, это не Добрянка. А до Добрянки нужно еще бежать. Еще немного, но бежать. Вот, сейчас пережду дождь и буду двигаться дальше.
дождался я, друзья, пока дождь прекратится полностью. И под мелким дождиком уже побежал, и я добежал до Добрянки. Ребята, это Добрянка. Это то, куда я хотел прибежать. Эх. Ух. Ух. Все, сейчас буду искать уже, как отсюда уехать. Ой. И все, и поеду домой. Ну, в общем-то, все, друзья, мой путь окончен. Я в Добрянке. Похоже, что в центре. Ну, тут большие дома. Тут ездят машины, ходят люди. Сбербанк, вот тут монетка. Там рядом был даже Магнит. Часы благополучно сдохли. Пожалуйста, все. Зарядка благополучно кончилась. Но у меня хватило ее, чтобы добежать. Последний раз часы показывали 41700, когда я на них смотрел. Ну, где-то так они и сдохли. То есть до Добрянки у меня получилось чуть меньше 42 километров. Ну, давайте будем считать, что 42 все-таки. По-честному, 42. Ух. Потому что по трассе бежать тяжелее, чем по стадиону, ребят. И опаснее. В общем-то, все. Цель выполнила, выполнена. Я нахожусь на улице Победы. Ребята, это действительно Победа. Мне сказали местные жители, что тут почти с каждой остановки можно доехать до Перми. Я сейчас пойду на любую остановку и поеду домой, поеду до Перми. Дома уже ждут. Всем спасибо за внимание. Занимайтесь спортом, бегайте. Лайки, репосты, комменты. Счастливо, пока.